Пять лет после войны, в ночь на 8 августа 2008-го, грузинские войска атаковали Южную Осетию, разрушили часть ее столицы Цхинвала и несколько окрестных сел. Боевые действия продолжались 5 дней и закончились полным поражением Грузии. Тбилиси полностью утратил контроль над территорией не только Южной Осетии, но и Абхазии. Впрочем, независимость республик признали всего 5 стран. В августе 2008-го в Одессе провели сбор гуманитарной помощи. Тогда тысячи неравнодушных горожан собрали одежду и продукты питания для пострадавших. Накануне 5-й годовщины начала войны президент республики Леонид Тибилов заявил, что не исключает новых провокаций со стороны Грузии. Тбилиси, Южную Осетию и Абхазию по-прежнему считают грузинскими территориями, якобы оккупированными Россией.